Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале. И мы сегодня мы играем в финалочку на Сиранмир Олиплей, 4-й сир. У них здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации. И также специально для моих подписчиков есть промокод. Пишите МН, 10-й пункт промокод. И пишите вот такой промокод КГЕЙМ. Как только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Поэтому обязательно вводите мой промокод. Ну что ж, чуваки, сегодня у нас будет новая серичка, посвящена самой лучшей машине для новичка. Так сказать, машина для всех, которую может себе позволить любой новичок, либо средний игрок, либо богатый игрок. Ну, короче, машина для всех, грубо говоря. Я думаю, вы понимаете, в принципе, с вас собрать на лайки, пацаны. Ну что ж, погнали. Итак, вот, в принципе, эта машина, это Volvo 240. Турбо называется она. Стоит она 210 тысяч в эконом-классе. И то, в принципе, сразу показывает цену. Мы сегодня возьмем на тест-драйв. Я уже на ней ездил, пацаны. Вот, по моему мнению, это самая лучшая машина из низкого класса. Она едет очень хорошо. Реально, едет очень хорошо, выглядит тоже классно. Сейчас вы, в принципе, это увидите. Она просто с места реально рвет, пацаны. Видите, просто с места ее жопу опускается и морда аж поднимается. Это очень круто. Сейчас давайте выйдем на ровную дорогу, и я покажу ее максимальную скорость. Конечно же, я с нее выйти не смогу, потому что это тест. У меня места нету, чтобы купить эту машину, да и денег в принципе нету, поэтому я буду показывать ее вот таким вот образом. Итак, вот я выехал, в принципе, на прямую, которая ведет драйва. Давайте вместе разгонимся. Разгон у нее довольно-таки хороший, просто видите, как у нее морда аж поднимается просто. Реально, тачка очень годная, прям, ну, очень классная. Я на самом себе деле купил бы ее. Я, наверное, продам гелик и куплю себе Volvo, вот такую вот. Я не знаю, по-моему, на нее есть тюнинг даже, хотя, может быть, и нету. Напишите в комментариях, есть у нее тюнинг или нет, но тачка реально очень годная, едет 173, понимаете? 173 это довольно-таки хорошая и приличная скорость для машины эконом-класса. Тем более, даже в высоком классе машины едут медленнее, чем вот эта Volvo. И тем более, она выглядит довольно очень классно просто. Но посмотрите на эти формы просто. Реально, это старая Volvo, видите, тут написано вот Turbo, Volvo. Это двухместная машина, в принципе, выхлоп у нее двойной даже, понимаете, даже двойной выхлоп. Видите, Turbo тоже, видите, значок написан. Просто навалит очень хорошо. Да, она двухместная, в принципе, но хотя для новичка, пацаны, это будет довольно-таки нормально. Сможете с другом ездить, да, в большой компании вы не покатаетесь, но именно с другом поездить вы сможете. У нее получается задний привод, если я не ошибаюсь, да, чисто задний привод, не полный, не передний привод, а чисто задний привод, короче, поэтому мне можно, я думаю, бочком даже войти спокойно, видите, вообще нормально. Реально, мне вот эта тачка очень понравилась, когда я на ней проехался, она реально такая очень бодрая, снизов особенно, снизов реально она очень бодрая, но есть и минус, она такая валка немножко, если вот так ее раскачивать постоянно, то на ней можно вполне себе спокойно перевернуться, поэтому сильно на ней в повороты не раскачивайтесь, перед поворотом, либо вообще по дороге. Да, чисто, пацаны, получается у нас задний привод. Диски очень красивые, реально, моделька очень качественная. В середине у нас каркаса нету, да, нету каркаса. Сзади есть сиденье, получается. Ну, реально, тачка очень годная, серьезно. Вот. Лучше машины, я думаю, не найти за эти деньги. Поэтому нужно реально брать просто, пацаны. Если вы новичок, только начинаете играть на Радмире, то копите бабки и покупайте эту тачку, вы точно не пожалеете. Реально, эта машина стоит своих денег, и она лучшая в своем классе. Реально лучшая в своем классе, да и, блин, я думаю, даже в среднем классе вы найдете машину за эти деньги, которая будет ехать 173 километра. Реально, там есть тачки, но они столько ехать не будут. А здесь покупаете, да, это иномарочка, да, старая иномарочка, пацаны, но зато она валит, и валит довольно-таки хорошо. Да и внешне, я думаю, она тоже многим понравится. Да, на ней нельзя боком валить, видите, она хоть с места довольно-таки неплохо едет, что ж морда задирается, видите, но все же на ней валить боком нельзя будет. Ну, разве что в поворот заходить, и тогда она будет довольно-таки нормально валить. Ну а так, блин, тачка реально просто пушка-гонка. В своем классе ей нету равных. Да я думаю, блин, вообще, даже если убирать за эти деньги, вот у вас есть бюджет 1 000 000, выбирайте машину. Лучше этой машине вы найдете за эти деньги. Она стоит 200 тысяч, 210 тысяч, если быть точным. И если у вас бюджет 1 000 000, вы за 1 000 000 ничего не найдете такого, что будет ехать, как вот эта Volvo, пацаны. Поэтому очень имбовая и классная тачка. Советую всем брать. Просто реально советую всем брать. Потому что тачка реально очень классная. Просто реально пушка, гонка и так далее. По-другому это не назвать. Ну что ж, я думаю, на этом я буду заканчивать. Вот такой был коротенький видосик на тему самой лучшей машины для новичка. Так сказать, машина для всех. Все, всем спасибо за просмотр, чуваки. Всем пока-пока.